Еще мы помним школьные экзамены. Все то, о чем с тобой мечтали сбудется. Ну вот и прозвучал последний звонок. Пролетели школьные годы. Пора выбирать профессию. Куда пойти учиться? Я знаю, как тебе помочь. У нас столько новых, нужных, интересных и востребованных профессий и специальностей. Но самая вкусная из них – профессия повар-кондитер. Повар-кондитер? Это очень интересно. А главное – вкусно. И просто. Попробуй, мам, попробуй, джага-джага. Зря ты так считаешь. Чтобы научиться вкусно готовить, нужно хотя бы знать рецепты приготовления блюд. А настоящие повара могут все. Все могут повара, все могут повара. И супы всей земли вершат они порой. Вот это да! И этого будет недостаточно. Чтобы стать хорошим поваром, нужно изучить все секреты поварского мастерства. И где мы всему этому сможем научиться? Именно у нас, в лучшем колледже Крыма. Мы рады приветствовать вас на нашем необычном и незабываемом кулинарном шоу. Сегодня у нас в гостях известный гурман и гастроном, доктор кулинарных наук, профессор кислых щей Карп Сердеревич Говяжьев Барановский. Он знает столько блюд, сколько не знает никто из вас. Он сможет дать нам такие ценные советы, каких нам не даст ни один повар. Он лучший из лучших! Свинина, картофель, томаты, морковь, перец болгарский, петрушка и соль, один кабачок, жгучий перец, чеснок, молотый перец, лавровый листок, томатная паста и репчатый лук, кориандр, еще милый друг, растительное масло добавим сейчас, рагу овощное готово для вас. Приятного всем аппетита! Сегодня у нас и фурор, и успех. У нас знаменитость в гостях, мастер-шеф. Будем готовить все вместе и каждый, чтобы победа пришла к нам однажды. Но команда без названия не заслуживает понимания. Мы приготовили приветствие, все очень ответственно. Вы послушайте рассказ очень коротко о нас. Итак, команда «Поварята». Кончилась игра, не может быть иначе. Профессию пора вам выбирать поудачней. Мы к вам заехали на час. Привет от поваров. Сейчас мы всех накормим вас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Мы сейчас расскажем вам, как живется повара. Мы команда «Поварята», не уступим вам, ребята. Каждый конкурс – победа наша. Готовим пюре или кашу. Чтобы на повара-кондитера идти учиться, профессию вам нужно эту полюбить. С любовью чистить, резать – это пригодится. Искусно жарить, запекать, варить, тушить. Чтобы готовить вкусно и умело, вам знания и навыки нужны. Терпение и любовь, чтоб поварское дело гарантом вашим стало на всю жизнь. Хорошо всем поварам, доложу народ я вам. Где-то свадьба, юбилей, ищут повара скорей. Повару везде почет, он и сварит, и спечет. Стол накроет, как волшебник, так что слюнка потечет. Наши кулинарные посиделки продолжаются. Итак, команда кулинаров! Кулинаров наш отряд. Раз, два. Веся флаг. Три, четыре. Твержий шаг. Так куда идут?
на учебу в поварята. Бодрые, умелые, сильные и смелые. Щеки алые горят, нет дружнее поварят. На месте стой, раз, два. Наша главная забота – кулинарная работа. Немного соли, немного перца и достучимся до вашего сердца. Поварское дело – это не ремесло, а искусство. Мы пришли сюда, чтобы выполнить ответственное и небезопасное задание для наших нервов. Выжить, не испугаться, не растеряться в окружающей нас атмосфере и воздать должное нашей профессии. Пусть всего сейчас не знаем, завтра станем лучшими! Одна из самых массовых и востребованных на сегодняшний день. Повар наравне с металлургом стоит у горячих печей. Бороться умеет с недугом, пожалуй, не хуже врачей. И недаром, конечно, недаром вспоминается только добром. Белые халаты кулинаров, белые халаты поваров. Приготовит, и никто с ним не поспорит. И нарежет, и замесит, и спечет большой пирог. Повар лучше всех на свете, все сумеет, все успеет, чтобы радовались дети, и отведать каждый смог, и отведать каждый смог. А длинные и котлеты, и шикарные десерты, мармеладные конфеты рассыпаются дождем. Если хочешь научиться, если хочешь приобщиться, поступай ты к нам учиться, чтоб не пожалеть потом. Чтобы не пожалеть потом.